можно, Лена? На берег поехали. Блин, я первый раз вижу змею здесь. Не поймай нас на крючок. А я вообще змею первый раз вижу. Надо будет на паблик выложить куда-нибудь. Осторожно, мама, сейчас как. Цап потом есть. Цапнет? Что делать потом? Экспириенс будет. Но она вряд ли ядовитка. У нас нет ядовитки. Ой-ой, зачем ты ловишь ее? Это я дразню. По голове, да? Не надо. Вот что к нам приплыло сегодня. Скоро будет змеиный остров. О боже мой. Ну как будто не в Якутске находимся, а в другой стране. Да, кстати, на море. На море. Вообще, что она здесь делает? 5-литровок, пожалуйста. Нет, ну. 13 августа. Между Хатасами и Табагой.